Здравствуйте, любители пошаговых стратегий. Вы слышите Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю очередной FFA сериал Sid Meier's Civilization 6. Играю я за Конга, и несмотря на то, что недавно вышел патч, играть мы будем с NoQuit модом, потому что, к сожалению, патч опять не исправил многих проблем, а NoQuit мод создается игроками, понимающих в сетевой игре. Сейчас быстро перечислю основные различия. Во-первых, оптимизированы дерево технологий и социальных политик, так чтобы было невозможно быстро победить развитие. Во-вторых, коммерческие районы и гавани не дают торговых путей. Теперь торговые пути открываются технологиями, а больше социальными политиками. В-третьих, здания в городах многие дают процентное улучшение к выхлопу ресурса, то бишь университеты дают какой-то процент к науке, банки, процент к деньгам и так далее. Благодаря этому можно играть и через высокую империю, а не только ставя много городов. Ну и, наконец, изменены некоторые клетки. Так, например, теперь любые холмы, вообще любые, дают два производства. По-моему, стратегически это делает игру не сильно отличной от оригинальной цивилизации 6, а для сетевой игры это очень важные изменения и позволяют пробовать различные стратегии. На этом вступительное слово считаю завершенным. Приятного вам просмотра. Так, ну играем за Конгом. У них интересные особенности. Во-первых, артефакты и реликвии дают очень неплохие бонусы. Во-вторых, уникальный район очень неплохой, при этом он появляется раньше, чем обычный пригород. Банза заменяет пригород и появляется раньше. Он там и золото дает, и еду, ну и, соответственно, жилье. Причем жилье, как будто ты прям находишься в престижном месте. Но проблема в том, что... как проблема? Ты не можешь основать религию вообще никак. Быстрее появляются и художники, и музыканты, и великие торговцы, потому что удвоенные очки. Во дворце есть 5 ячеек для шедевров. Так, я прогрузился. Отлично. Быстро. Я тоже. Ну, я хвост, у меня нормальный комп. Хвостунишка. Ну, что есть, то есть. Я тоже. Так. Давайте думать. С едой тут все нормально. В этом версии мода, обратите внимание, что горы теперь, кроме продукции, уже ничего не дают. Не завезло? Зато гор дофига, как обещал Камикадзе. Хорош. В принципе, гора есть для кампуса, да? Главное, ход доволен. Ну, я бы никуда не шел, честно говоря. Есть и еда, и производство, если что, и лошади тут. Так что, по-моему, нету смысла вообще никакого. Да, тут очень-очень жесткие варвары. Тут варвары будут, их будет много, и... Я бы тут с поселенцами все-таки уже прям конкретно не спешил. Так, наверное, животноводство откроем. А потом уже орошение. Да. Хотя вот и камень есть. Но сначала животноводство, потом орошение. Это две главные техи. Животноводство, орошение... Мне кажется, сейчас старты у всех достаточно сильные. О, мореходство еще и дополнительно торговый путь дает. А он первый. Уже там, да, он первый просто. Путей-то нету на этих коммерческих. Наверное. Сейчас комзоны не дают путей вообще. Все завязано на техах и фиолетовой ветхе. Ну, это зря, по-моему. Канал, что ли, подпятся, да? Ну, фактически, это с одной стороны, как бы, смысла нет строить коммерческие зоны, а с другой стороны, если ты не будешь их строить, у тебя не будет денег на содержание армии, и просядешь. Ну и, соответственно, это... гавани тоже не дают, да, торговые пути? Да. Да. Просто он пытается встряхнуть, как бы, получается, уже сложившуюся очередь строительства. Потому что комзоны были очень must-have какие-то. У Англии только дают, а не торговые пути.
Ты уверен? Ну нет, да, там прям. Там в чинжлоге прям написано, что вот эти Royal что-то там. Или я перевел неправильно, но, по-моему, я так понял, что в Англии дают. Коммерческие зоны и Харбор, ну вот эти вот в гавани, больше не дают торговых путей. Так, давайте думать сразу, что следующее. Ну, давайте, есть, наверное, все-таки каменную накладку. То есть англичане рулят. Ну, получается. Дальше будем думать еще. Дальше будем думать. Что открывать? Я надеюсь, Карпаччо выйдет. Мы же на ванилле будем играть. Что-что? Карпаччо выйдет. Мы же ванилку первый раз сыграем хотя бы. Можно будет попробовать, но я буду смотреть на изменения. Если там опять будет, типа, мы тут вот сопли жуем уже в третий месяц, то... Ну, мне понравился темплейчик, как они организовали. Будет интересно сыграть, по-моему. А, темплейт? Сандро, ты походи, потом разговаривай. Ну, я думаю, можно подумать. Первый ход. Нет, это же стратегическая игра, здесь нельзя думать. Угу. Вообще, ты хост, ты первый прогрузился. Времени достаточно. Нет, я хост уже давно походил. Я не хост. Хост я обычный игрок. Блин, у меня таких два классных места под... Ну вот тут, например, можно будет город поставить. Не под особо... кампус, но на каждом месте находится рис, я не знаю, что делать. Ешь, не учи. Да, ешь рис, ставь кампус. А там три горы вокруг. Хорошее такое местечко. Сейчас сюда пойду, наверное. Внизок. Ну, вот это уже, ну, такое среднее место. Но особо далеко от столицы не стоит ставить. Я считаю до сих пор в шестой циве. Но у меня, видите, три реки прям тут лучом расходятся. Вот эти места надо проверить. В первую очередь сюда города поставить. Ну и новую нацию Австралию. Они сделали какой-то имбой. Я бы не сказал, нормально. Мне тоже не показалось. Там все размазано по ветке. Ты пока... Получишь 3-3 клетку, ты игру закончишь уже. Не, ну я посмотрел... Ереван с нами. Так, вот сюда еще. Можно будет заглянуть. Сейчас нету этих религиозных-то. Кстати, да. Кромлихи это хороший пантеон? Да. Три веры с каждого. Ну да, ну и чё? Ну, кроме того, у тебя сами каменоломни дает очень хороший буст. То есть там клетка с каменоломни — это очень крутая клетка. Блин, не добегаю до руинки. Одна из самых лучших на самом деле. То есть как бы ты экономишь на священных местах и имеешь кучу веры, да? Ну типа того, да. Вишневецкий, ты опять там, да? С верой своей. Не. Нет, я просто, у меня камни вокруг, я думаю. Мне больше другое интересно. Это... Камикадзе, ты как в веру идешь? Не знаю, пока посмотрю. Не, ну здесь она на туле рулит, но я не знаю. Стоит ли сейчас по старту, посмотрю как. Пока что сомневаюсь. Я иду в религию. Я, наверное, буду основывать религию. Когда они играли за Польшу, в смысле, за Австралию. И они колую клетку пустыни смогли разогнать до 4 еды, 2 промок и 2 золота, по-моему. У них полная клетка, в смысле, город был на пустыне. И эти пастбища давали по 3-4 еды. Не промок. Очень хорошо. Ганти тоже на может такие клетки очень сильно разгонять. И сейчас. Пустыня с Ганди – это имба. С Петрой особенно, это вообще нонсенс. Ты ставишь на... Ну вот за счет этого вэлла колодец можно в пустыне зарядить. Колодец в пустыне, соответственно, рядом 3 фермы и вперед. Да, но он только еду будет давать. А Австралия еще и промку дает. Да, но и все равно. Ну, это посмотрим, ну, вот, когда оно все выйдет. Потому что мне не показалось. Мне казалось поначалу Польша более такой
дисбалансная, а сейчас... Уйду, видите, с болота. Это вообще нормально. Потому что тут минус к... Ну, следующим ходом, по идее, лагерь должен взять. Да, кто не играл, имейте в виду, что варвар. Так, отлично, граната не мешает тут город поставить. Варвар, да, мне тоже кажется, сейчас жестче. Кажется, она опять вернула эти три лагеря вокруг стороны. Нет, дело в том, что, в принципе, у них какое-то поведение, как бы они бегают, как безумные по карте. Не то, что их больше стало, просто что... Так это просто за счет плюс одного к перемещению. А, блин, я не могу тут поставить. Они агрессивно себя ведут, они убегают там издали. Фигня. Куда мы... А, ну, об меня убился. Но они, с одной стороны, безумные, а с другой стороны, вот скауты вообще без жизни все равно об тебя убиваются зачем-то. То есть должна же быть у них какая-то мысль в голове, нет? Они просто заточены на то, чтобы идти и нападать на игрока постоянно. Видимо, вначале надо просто немножко больше юнитов построить. Верно. Так, сейчас я не буду после рабочего строить поселенца. Какой-то военный юнит имеет смысл построить. На лагерях так и не научили защищать. Разберут и выбегают, когда рядом есть вражеские юниты. Не, они сейчас вот именно что бегать стали за скаутом даже за одиночным из лагеря. Раньше они бегали, когда только юнит был какой-то рядом, еще второй. Ну и атаковали вообще скаута. Сейчас они за скаутом бегают, он метки стоит. Хотя сейчас посмотрим вообще, как тут будут меня напрягать варвары. Один лагерь я знаю, по-моему, конники как-то слишком рано появляются у них. Так они и ванили сразу появлялись, если у лагеря есть конюшки. Кони? Да, прям. Да, просто тут интересно. Ванили они еще там, по-моему, 5 или 3. Где скаут стоит. Тут очень неплохо будет город поставить. Так, пойду сюда. Город, кстати, медленный. Ферму построю. Потом на счастье. Или каменоломню лучше потом, а потом на счастье. Типа, пока мне тут счастье не особо надо. А это тут так же только до 4 растет без требования люкса. Скауты рабочих захватывают или нет? Нет. Ну, по крайней мере, так было. О, открыл континент. Угу. Кеннерленд и Сибирь. Что-то я пока никого не нашел. Да это что-то как-то тоже. Кто-нибудь кого-нибудь нашел? Я коняшка нашел. Это не ново. О, класс. О, японец, извини, я не видел. О, японцы нашли кто-то. Ну, давай деньги тогда обратно. Половину хотя бы. Нет. Нет. Окей. С чего бы это, интересно, я не понял, должен тебе деньги давать. Проект. Я сейчас вообще скаута, по-моему, конь убьет. Проехали. Серые пирамидки больше не работают, да? Какие пирамиды?
Ну, если их строишь там в три клетки рядом, ну, дают блистану пищу. Это не работает уже? А нет, меня убьет скаут. Так, короче, пора еще скаутов делать. Где? Вот. Окей. Блин, не открыл. Ладно, подождем. Два хода. Так, ну ладно, пойду я, наверное, сюда сбегаю. Точнее, даже сюда вот еще клеточки открою. О, блин, город голодает. Привет, Грек. Я сейчас на самом деле уже задумываюсь о том, чтобы ставить карточку на плюс 5 к боевой мощи. Но она нормальная. Не, ну как-то раньше всегда по умолчанию, просто почти по умолчанию ставить здесь на... Подожду один ход. Тут нету спеха для того, чтобы три клетки на обработать. Опыт. Хорошо сейчас быть в Германии. Не думаешь, какую карточку ставить. Это еще хорошо быть Греции. Там не то, что не думаешь, там просто все подряд ставишь. Так. Ой, надо убегать. По-моему, грека забили до смерти тут, да? Да, отходил я, блин. Да я понял. О, лошади. Отлично. Отлично. Прям я супер. Я к тому лагерю пошел. Отлично. Не, я просто пошел убивать один лагерь, а во втором лошадей наспал. Бывает. Бывает жизнь огорчение, да. Что, неужели конь сейчас побежит еще и сюда моего скаута мочить? Нет. Так, Вишнецкого интернет быстрее. Просто, может, прогрузился, я не знаю. Мне почему-то тут предлагают ставить. Я тоже тыкал быстро. Кстати, почему нет? Почему нет? Так, лечимся. Защищаем Кусила. Опять свободный. Не знаю, я уже третий свободный лагерь варваров нахожу. Они, по-моему, вообще как-то... Ну, они вообще меня защищают. Ну. Это слишком... Им, конечно, сделали, что они такие сумасшедшие носятся, но это как-то... Я тоже не считаю, что это хороший вариант. О, кстати. Оазис перестал давать бонусы на соседней клетке. Правильно. Да, то два оазиса рядом, это... Перебор. Так, а кто там говорил, Ереван нашел? Я просто его тоже нашел. Немец. Немец, значит, мы с тобой где-то недалеко. Грек. Параколол. Да не, но Ирван не сильно близко ко мне. Да мне тоже как-то не близко, но факт как бы остается фактом. Не должен конь, по идее, моего скаута убить.
На самом деле не мог бы он быть на две клеточки повыше. Сейчас я поменяю с прачником местами. Отлично. О, гордо. Ты туда не ходи, снег башка попадет. Да, я вижу, там лошадка прибежала. Очень неплохо. Так, пойдем дальше исследовать. Так, этого прачника надо возвращать. И в банзе очередной посел. Привет, камикадзе. Так. Здоров. Производство, производство. А где мы встретились, я что-то не понял. Где-то город. Все мне уже тут предлагают, но я все-таки тут поставлю. А откуда ты пришел? Снизу. Хотя... Тут... И потом я тут смотрю. Да, слушайте, что я... Вот сюда. Да, я так понимаю, имба хрень ты тоже нашел уже, да? Я туда уже посылал. Имба хрень, что это, ребята? Что у вас там? Новое чудо появилось. А, то раздельпайно. Если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама 2GIS. Справочник и карта городов 2GIS знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Три гонника убежали ко мне, оставив лагерь без защиты. Я разведчиком бегаю из лагеря, наконец-то нашел. Ну это, конечно, дурь какая-то. Ну, подфиксят, наверное, просто закрутили им там. Да не, он, походу, где-то настройку просто поставил какую-то случайно, потому что нигде нету описания варвары там подкручены, не подкручены. Просто вот фигня какая-то. Изменял качество коммерческих районов, случайно сделал варваров агрессивными. Да, да. Да. Не, в этом есть, конечно, определенный кайф, но, видишь, проблема в том, что они оставляют свои прям... Лагеря. Да, ну я реально уже собрал денег на этом. То есть, если бы они были агрессивны и лагеря еще защищали, из которых бы еще спамились, тогда, конечно, было бы да. Получается, вначале была бы просто игра по-спорва. Блин, где ж мне тут гранада место, да? Ну, придется, наверное, вот тут ставить тогда. Да, тоже ничего. Римским поселком бегают. Чё? Лошади, говорю, за римским поселком бегают. А, ну там лагерь рядом просто. Там кони еще рядом с лагерем. Ну, кони, лагерь. Кони, лагерь. Все смешалось, кони, лагерь. Варвары, римский поселок. Камикадзе, ну мы же поделим эту хрень, надеюсь. Далековато от тебя будет, нет. Третий радиус я не смогу, наверное, забрать. Третий радиус ты можешь забрать, мне кажется. То есть, если ты на воду поставишь. Какой ну, первый, вот тут второй нет радиус точно заберу. Тут нет хаузинга. А ему не важно. Первый хаузинг не нужен. Ткань не нужна, да, просто ставь. То есть, ты сам видишь, сейчас поставлю первый, забираю, и второй тоже заберу. А третий останется, там молоко и шахта хорошая. Блин, Амстердам не первый я нашел. А чё ты, блин, меня обманываешь? У тебя Калиманджаро под боком. Иди в Калиманджаро ставь. Фига себе, у вас там чудеса, я смотрю. Ну, явно холм. Калиманджаро Тросс де Пальма. Калиманджаро в одну рожу с Толи де Пальма, это как-то... Это уже да, перебор. Так что давай, перебор. А там будет твоё. Обалдеть. Да и... Люди там жиру бесятся. Жируют просто.
жиробасики. А мне не жалко. Мне тоже как бы не жалко, но... О, как. Нанять галеру. Аксиу. Да. Нанять великого ученого. А, гранада. Зрение для мореходства. Так, ну, ранняя империя, я сейчас доведу я до 6. Вот следующим ходом. Ну, не следующим, может, чуть-чуть позже. Жесть какая-то творится на самом деле на карте. В смысле? Ну, по-детски. Нехороший человек. Я коников разобрал. Я? Или Вишневецкий? Я коников разобрал, да, ты взял. А, ты Вишневецкий за ацтеков. Извини, я прошу их прощения. Даже не видел, у меня карта была не открыта. Я нажал тупо, я хоп, я даже не понял, за что 50 долларов. Но приятно. Деньги верно возвращать надо в этом случае. Хоп, я даже не понял, за что 50. Не, ну, я догадался. Я вообще не понял, что за цифры тут у меня на экране. Не, сейчас не дадут озрение, потому что у меня будет 5 жителей. А вот когда вырастет столичка... Блин, тут уже такие коники бегают. Так, 2 хода. А если так, все равно 2 хода, отлично. А если так, все равно 2. Так, 3. Жаль. Так, значит, тут я вот сюда хочу поставить. Блин, надо уже менять, наверное, карточки. Я смотрю, Петру хочет сильно. Кто? Рим. Там, как его, хлопок, о, вспомнил. Чтобы придумать, да, там хлопок. Надо что-то придумать, да. Там хлопок. Там города. Очень. Там такие города. Да, там такие города. Давайте подумаем. То есть я могу вот тут поставить, но может на одну клетку ниже сделать? Мама. С другой стороны, это можно еще место для городов туда ставить. А, привет. Guten Tag. Мы с тобой, интересно, не встретились. А, ты не значит, все. Я просто на встречу сказал, пошел. Джоэл, так что, давай ты забирай себе то чудо там, а к этому туда не лезь. Так, ладно. Окей. Жирновато просто будет. Если ты третий раз отожрешь, там целое чудо отожрешь. Спокойно, не нервничай. Да, спокойно, товарищ. Пошел почесать, блин, бок. Знаешь, вот это кулаком по столу. Ты давай это. Спокойнее, короче, да? Да, спокойней. О, Магдебург. Надо сюда приходить. О, а тут у немца знаете что? У немца тут галапагосы. 3 еды, 2 клетки с 3 едой и 2 науками. Где же вы такие чудеса отрываете, а? Не говорите. Это не мы, это другие люди постоянно это делают. Знаю, я даже 3 ГГшек не нашел, не то что чудеса. Горго, мне нравится то, что ты строишь.
Открой быстрее. Я сейчас не понял, Ацтек, а ты разве не с запада встретились мы с тобой? Мы встретились с тобой на западе. А кто это говорит? Просто там почему-то раз бебешки оказались не найдены. Откуда ты пришел? Вообще я на севере. Не, я тут поставлю все-таки город. Моя картина мира пошатнулась. Тут вот место для города будет, например, еще. И что такое? Так, сколько работы? О, 3 хода. Переключу тогда на производство поселенцев. Понял, у тебя внизу столица, там где тундра, лагерь варваров появился вот только что. Я видел. Ребят, уже ранняя империя. У меня еще 2 хода до ранней империи. Ну как вам вообще понравился этот Yields мод? Монументы строили. Это вот изменил выход клеток. Чего за 20 клеток? Который изменил выхлоп клеток. Ты знаешь, спорно. С одной стороны, как бы да, типы добавляют баланс, всякое такое. А с другой стороны, наоборот, интереснее иногда поиграть в том плане, что... Что-то начать из себя представлять, несмотря на то, что у тебя вначале было дерьмо. Так. Наверное, астрологию. Хотя, с другой стороны, я Стоунхендж строить не буду. 3 варваров уничтожить. Давайте, наверное, мореходство лучше. Дополнительный торговый путь. Слушайте, а вы с торговыми путями все-таки обманули? Есть в начале торговый путь один? Нет, он дается в Foreign Trade. В фиолетовой ветке. А, понятно, да. Не, зря, все-таки. Я против того, что с коммерческих районов это убрали и поставили в техе. То есть в этом же прикол был, что ты... То есть у тебя получается опять с коммерческого, то есть как в Циви 5 были, там не особо много на деньги требовалось. Но есть содержание армии, и дай бог. А тут-то в коммерческие районы идешь, чтобы и районы построить. Ну, в смысле, ты как его, караваны получить. Не только из-за караванов, а из-за великих людей. Они очень хорошие. Ну, посмотрим, сколько сейчас человек коммерческие районы во всех городах построит. Так, а во всех-то зачем? В одном двух поставил и просто делаешь грантики с больше чем. Ну, сейчас-то, да? А раньше во всех приходилось. Ну, а кампусы ты во всех городах построишь или тоже в одном двух? Сейчас кампусы-то во всех, конечно. Ну, вот я о том и речь там, веду. Там просто еще более вкусные и великие люди в кампусах. Идет речь о том, что если раньше как бы наравне это было, то теперь... Нет, кампусы начали превалировать после того, как он вел великих людей. После того, как он изменил. Так, где тут поселенцы? Если ты не идешь в великие кампусы, давайте. Ты не получаешь великих людей, нет. Можно сказать, что ты не чудесный. Ты по науке просядешь очень быстро. Тимка, возле тебя еще ГГшки есть какие? Не знаю, я пока только вот Ереван нашел и... А где он? И торговую. Около Анция. То есть выше, да? То, что они меня опережают по цивикам, значит, что они построили амбары.
у кого никому не надо. Так, я вот думаю, куда следующий город лучше ставить. Вообще у меня два места. На ГГшку наехали. Это тут? Кто, Копс, да? Да. Тут. Я бы, честно говоря, лучше тут поставил. Слушай, Копс, а у тебя нет еще ГГшек? У меня Карфаген выше Эфеса. Тем более, что это вообще мое место. Да, то есть тут никто не будет ставить. Все равно. А это вообще навсегда мне тут останется. То есть нормально. Раз, два, три. Ну вот сюда надо ставить. Так что постоит у меня. Так, у нас варвары вон там появились. Надо, наверное, перекинуть прачника на всякий случай. Скаут побежит. А вот и скаут, кстати. Так, 4-5, а если так, 4-4, отлично. Ага, у меня тут проблема, что у меня Карфаген будет подселять на этой клетке. Ну, все равно надо ставить тут. Все равно надо ставить. Блин, случайно на скаута напал. Антон, бог войны. Опасненько. У кого? Да, разобрали все. Да ладно. Понятно, понятно. Сейчас много чего можно. Сейчас делать. Кого-то разберут тоже вместе с пантеонами, походу. Ага, мне бы. Разбирать. Разбираться. Сколько городов стало? Так, теперь лошадок. Два счастья. А то у меня только два. Лошадок и скот. Обработаем. Пока два. Так, ну куда скаут делся? Ну я думаю, да, все замедлилось очень достаточно сильно. Не, у меня три. Что-то я стою. Не, ну это нормально, я думаю, что уже всех по три, я тут мучу. Ну у меня один без промки, так что все норм. Копс Стоунхендж. Ну, как ты понимаешь, я как Конго буду приветствовать твою религию у себя. Подожди, там далеко до Конго, тут рядом Рим, который тоже будет приветствовать религию. Копс вообще в каждой игре на религию играет. Он приветствует религию, только надо Ереван сломать, чтобы сходить помогать. Не, ну в принципе религия от Стоунхенджа, я считаю, что я действительно в прошлой игре говорил, и сейчас могу сказать ту же самую ситуацию, что я считаю, что религия от Стоунхенджа некорректна. То есть, да, он должен давать апостола, но нет, ты должен строить священное место, чтобы основать ее. Трех варваров уничтожить. Рудник для добычи ресурса надо построить. Фэкономик. А где у меня рудник? Есть ли у меня рудник вообще? Ну, где-нибудь возможность вообще его строить.
попробуем варваров тут поубивать. Нужно для получения эврики. Так что мне вообще нужна галера, но это вряд ли у меня будет. Рудник для добычи ресурса, уничтожить трех варваров. Уничтожить, ну это я сделал. Пастбище я построил. Верховую езду можно будет в следующем изучить, кстати. А, обработка бронзы нужна все равно. Где все? А у японца тут еще пантанал. Странно, прошлым ходом вроде один ход был. Олег, скаута уберешь на следующем ходу? Какого? На моих границах стоит. Я город хотел поставить там открыт. Леша, а ты выше Квиллы получается, да? Ну, чего? Столица у тебя выше Квиллы получается. Не знаю. Эврику как раз получил варвар, об меня убился сам. Его из Амстердама побили, и потом он сам еще об меня тюкнулся. О, лагерь. Так, возьму промоушен. Так, значит, идем сюда. Тут у нас что? Тут плохо, ладно, не будем стоять без дела. Так, тут все исследовали. Наверное, пора кампус строить. Уже. Очень бы хотелось, конечно, до сюда дойти, пока лошади Карфаген не забрал. Так. Ну, что-то гегемония так интересно выглядит, да? Нет? Я не нашел ее. Это правительство новое, гегемония. А, ну да, я вообще как увидел сразу, потому что это имба. 100%. Можно даже не принимать второй радио, второй спот правительства.
что, и негде до сих пор. Шахту с ресурсом надо, видимо, сюда идти. Блин, там скаут. Правда, конечно, что существует всего две дипломатические эти карточки, напрягают немного. То есть ты до дипломатической службы не обязан все время эти две содержать, да. Ну и нормальные карточки. Главное, ГГшек найти побольше. Ну, лига бесполезна довольно. А она одномоментна. Пантеон. Iron Working открыть надо. Чудо света построить. А, вот у меня где. Блин, ну я уже иду к меди. Карточка называется «Почувствуй себя гордо». Все, мне уже не надо иметь обрам... А, мне надо. Это Спарта! Это не игра, это Спарта. Ну что-то так приятно. Насколько я открыл карту, мы с Ацтеком и Египтом на северо-западном конце Пангеи находимся. В таком изолении от других людей. Я в жопе, где-то далеко-далеко на востоке. И не ближайший в... мой сосед... Прошу это... прощения, не в жопе, а рядом с Конго, не надо вот этого. Ну, Конго и Грек это рядом, но рядом это назвать даже сложно. Далеко. Очень много места, как по мне. То есть ты можешь, сковыряясь в носу, расселиться там в середине игры. Тут места хватит всем. Вот тогда была хорошая игра, когда на шестерых всемером играли. Да, да. Там было плотненько так. Очень. А здесь прям раздолье какое-то. Так, Эврику для колеса взяли. Кто-нибудь может 16 монет дать? Отдачи. Я могу в обмен на одну монету вход. Что значит повернул не туда? Два города-государства не увидел. Ну, всю надо будет сажать, конечно же. Так, еще раз, что тут надо? А, Iron Working открыть. Железный рудник. Ну, надо рабочих, значит. Вот Рим у нас тут. Грек, как-то у тебя грустновато тут с пустынькой, да? Ну да. Арма какая. Сверху пустыня, снизу тундра. Да и люксов не особо много. Так, привет. Нечего тут больше смотреть. О, и сразу третьего. И что, я сразу стал сюзереном Сеула, зашибись. Плюс две науки. Очень неплохо все. Так, давайте три хода это поизучаем.
поселенцев все равно надо будет скоро строить. Так, и тут недостаток жилья пока. В снегу. Сеул, конечно, вообще очень странно стоит, очень не похож на реальный Сеул в снегах такой. Южный полюс. Так, торговца одного тут строим, одного еще заодно тут построим. Так, ну следующим ходом, по идее, город должен поставить. Так, откуда этот скаут прибежал? Откуда-то вот отсюда. Так, здесь я построил торговца, да? Давайте его пустим из Мпинды. Самый дальний город. И давайте, наверное... воинов. Ученик. Блядь, я думаю, я пройду мимо, Рим. Сейчас не ругайся. Ладно. Ацтек, ацтек, а? Что? Забрал мою хату. Так, тут все исследовано. Стоп, тут монумент сначала надо, что-то я со строителя начал. Подождите, там что-то вроде... Ваши торговые пути в любой город-государство дают плюс одну еду и плюс одно производство за каждый район в вашем региональном городе. Ага, то есть пока нету смысла. Кто там уже в войне? Да это я, ГГшки. Квестки. Нашлись. Нет, я еще не нашел Камикадзе и Джоэла. Джоэл от меня далеко на запад. Игры и развлечения надо будет. Камикадзе я не знаю, как я нашел. Или он меня нашел как-то. Может, не строить библиотеку, а лучше поселенца? Тем более, что я сейчас лес вырублю. Блин, убили все-таки скаута мне. Неужто разграбит караван? Да елки-палки. Так, давайте поселенцы.
Конго, ты дальше в сторону Германии планируешь селиться? Ну, тут место, честно говоря, не особо фонтан. Я бы вот тоже его оставил бы просто. Ну, я согласен. Ни ты не селишься, ни я. Да. Ну, сами посудите, ну, нифига тут город ставить. Вот тут еще можно город поставить, например, раз, два, три. Вот. На бананы, например, да? Акведук к озерам нормально строится, да? По-моему, не строится. Только к речкам, да? К речкам и горкам. Ну, по-моему, к оазисам еще строится. К оазисам и озерам тоже. Вообще, озера... грубо говоря, ко всем источникам пресной воды он строится. Озерам строится. Ну, вы в описании посмотрите, как это. Ну, посмотрите, озера строятся. Freshwater River, Lake, Oasis и... Короче, река, озеро, оазис и гора. Да, есть. Блин, неужели разграбит? А нет, в другую сторону бежал караван, зашибись. По другому пути. Так, я здесь ничего не пропустил. Войну пропустил. Да, кстати, они там собираются тебя пилить, пока ты ходишь. Пусть, пора выносить. Пусть собираются, я в легионы вышел. Пусть вперед. А, пацаны, все от меня. Нет, я все равно пойду на Рим. Я уже построил армию. Ладно. Идущие на смерть приветствуют тебя. Игры развлечения надо было сменить. Это теперь так называется, да? Ну, мне просто эта фраза нравится. Ничего себе, я на овцах построил пастбище, она ничего не дала. Это все потом? Ничего себе. Не, нормально, мне одну промку дает. А как так обычно? Было 4, осталось 4. Почему подвох? Ай-яй-яй, Германия. Что такое? Чудеса там рифовые, класс. Что-то грек красиво в демографии везде на первом месте. Что у меня 3 города, как там, я не понимаю, почему я лидирую. Это новая версия, ребят. Мне вот, я вот тоже не вижу свой 42-й ход и вижу, что у меня 3 города. И... Не, у меня 4 города. Ну вот кто, кого надо пилить. Шутки шутками, а Рим... А у меня легионы, мне нельзя пилить. Можно тебе пилить. Конечно, очень хочется там пойти Германия, сюда Рим город соседи. Поставить, но там лучше у меня города, там все-таки... Три. Плотненько города стоит. Ты видишь, ну все. Тут у плачущего горга 6-7, это не столь. Я думаю. Стольник, кстати, 5 у него. Стольник, кстати, вот как раз таки вот ровно клетку стольни я не увидел. Вот тут хочется город ставить. Или тут. Ну, поселенцы, да, они такие. Тут, блин, вот тут проблема, что не будет гавани тогда. Может, вот тут на лес вообще поставить на лес, и тогда все вот эти ресурсы захвачу. Не, варвар. И железо будет. Я не знаю. Надо вот сюда ставить. Табак есть на обмен, кстати. Кого? У Рима. У Рима. Только не говори, что мы с тобой не встретились. Встретились. Не, я только Джоэла не встретил. Мы с тобой как раз-таки встретились. А, я завсегда за. Бедный скаут вызнал информацию о моих городах, бегает с восклицательным знаком, но так как он зажат между моими городами, никуда деться не может. Такое, знаете, ощущение, у меня важная информация, я должен ее донести, но... Но не судьба. Но не могу. Камикадзе, что это было за... Непонятная вещь.
Нафига ты потратил деньги? Так, ладно, этот поведет нормально поселенца под своей защитой. Что на тебя дала-то? Ну тут нужно смотреть, что у тебя происходит в городах теперь. Что строишь там, где селишься, какой город поставил. А ты любознательный, я смотрю, ну такой, да, паренек? Это ледяную мельницу в Манзе Конго имеет смысл построить. Негр, гад такой, никогда не принимает. Правильно делает. Блин, может амбар построить? Ну, просто некуда расти, тут нечего особо обрабатывать. О, вот это я зря, кстати. Забыл про эту клетку. Блин, скаут был, надо было убить. Поляк, а уж у тебя есть ГГшка какие-нибудь? Вот тут еще город есть, можно было поставить. Так, а что Сеул дает? При переходе в новую эру получаете, но кто-то ее перекупил уже. Копс. Джакарта? Уже 5. Поляк? 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 Тут и поляк есть? Где он? Поляк, где ты? Ты далеко от кого? Где? Кто у тебя сосед? Блин, народ уже столько кампусов понастроил, я смотрю. Не знаю, я соседей знаю только Грецию, больше никого не вижу. Понятно. Что-то игра вообще не пошла. Все редиком стоят одиноко. Игра не то, что не пошла, Джо, просто мне кажется... Большое отличие с предыдущей версией, поэтому и кажется, что не пошла. Так нормально. Просто все идет достаточно медленнее. Это 4 по хода, моему. А так 2. Смотрение. Так, давайте пока заменим. Я считаю, больше не хочу с этим модом играть, если честно. Давай. Что так? Хрень какая-то вообще. Она просто медленно идет, на самом деле, сейчас как бы нормально будет. Ну, начало явно, да. Ну, сложно сказать, на самом деле. Более-менее, мне кажется, нормально. Сыграли только одну эпоху. Пока вообще непонятно, что тут и как. Ну да, что там будет дальше. Города крайне погано растут, и из-за этого кажется, что что-то идет не так. Да нормально города растут, не знаю, о чем вы. Ну, у кого хорошо, у кого не очень. Ушел скаут. Ну, у меня 7-5-5. Для 45-го хода, я считаю, это очень хорошо. 4-5-4. И один. Водяную мельницу построю, сразу банзу на рост. Я его приду. Включу. Нет, еще не думал. Амбары. Вообще надо строителей. Так, дайте, что я переключу. А жильем так раз проблем нет. Проблемы именно. А почему я не могу сейчас? Ну, если у тебя 4 жилья, то проблем нет. Либо ничего. Ну, нет, я говорю. А, я не принял, я просто переключил. Либо ничего не строится, либо ничего не растет. Надо переключать. Не растет кокос. Вот в этом и суть этих изменений клеток, что либо то, либо другое. Ты ж видишь, либо еда, либо промка. Ну да. Легкое недоумение. Да. Правильное слово. Ацтек, давай запинаем этого скаута. Всего лишь скаута, не кого-то. Я не вижу. Так, довольствия мне пока не надо. Если, знаете что, я куплю просто рабочего. Да. Не, мне главное нравится религия. Причем вот здесь. Очень нравится. Да в обоих городах. Деньги-то есть, тратить их не на что. И надо строить плантации, фермы. То, что жилье дает.
Ну, какая-то ГГшка вон еще. Почему город на автомате выбирает клетку с двумя еды вместо клетки с тремя еды? Ну, при том, что, естественно, ничего не стоит там, типа, расти, не расти. Чё-то я первый по армии. Так, знаете что, вообще, я чудо вряд ли построю, а культурные районы мне надо. Мне бы пантеон на пастбище зашел, неплохо тут. Ну, я сделал пантеон, а он, как оказалось, не зашел у меня. Ха-ха-ха. Не успел что-то взять, кто-то уже. Я взял наработки и лодки, а мне их... как строительство. Два разных этих... Так. Тут два разных района, мне надо будет построить культурный. Так, мбанзу давайте чисто на еду. Два хода. Камикадзе нужна ли? И лимит жилья, да, это давай. Все а есть. Да, понятно. Давайте торговца. Да-да. Давай поляк за символическую плату сейчас я сделаю. Кому не кстати гипс нужен? Как дешевка продался за одну монету. Ну, ты выбрал самый дешевый вариант распространения. Пассивный. Пассивный. Дешевка пассивная. Так, а католицизм, видимо, либо у Джоэла, либо у Камикадзе, да? У меня, у Джоэла. А вас не смущает, что уже греческая религия в 11 городах? Ух. И в Ереване тоже. Да пофигу, какая религия в Ереване. Главное, да чтобы шучу. Я просто напоминаю всем, что он в принципе есть. Не, главное, чтобы вассалом не было, а так что такая религия, пофигу. А по одному у меня и вишневецкого посылка. Если кому нужен сахар, он есть у меня. Сейчас тут чисто фермы построю. Кстати, все, лимит жилья уже нормальный, можно вырасти немного. Можно зоны ставить, если не укрепить. Так, поменяем через поселенцев. Можно давайте на строителей. Да, ты знаешь, впечатление такое, что можно действительно не ставить, потому что... Юниты пускай некуда. Будут. Максимум плюс 2. Classical эры. Thank you.
красители. Обработаем. Здесь еще одну ферму строим. И, наверное, еще вот тут построим ферму. Блин, куда он пошел? Так. Кампус давайте. Или театральную площадь. Давайте театральную площадь. Тут все-таки... Мы же Конго. Нам нужны там скульптуры, реликвии и прочее. Так, что нам тут еще надо? Древние стены для ускорения. Три композитных лука. Кстати, сколько ап стоит? 25. Собственно, 75 золота мне надо на ап. Нормально. Что, специи нужны кому-то? Давайте-ка глянем, у кого там что. Да, есть. Есть у меня гипс. У ацтека. Поторговаться, что уже два сахара. В а принципе... вот это накорми волк. Мистер Свисток. Опять свистишь. Вот это верование на корме мира, оно не распространяется на здание веры? Ну, типа батов, этих мечетей и так далее. Или как? Сейчас... Тут какая у тебя религия? Католицизм. Feed the world? Да. Задай еще вопрос, я отвечу. Нет. Получается, нет. Как замечательно, мне всегда это ученого оставляет. Который священные места дает. Нормальный ученый, что ты? Ну, я и говорю, для меня нормально. Да, для человека, который решил религии побеждать, по-моему, вообще the best. Абсолютно. Нет, в смысле остается. Ты там как раз-таки, собственно говоря, сам его взял. Разве? Я думал, что пропускает его. Нет, ну, как бы его... Ну, я его пропустил только, и все. Да-да. Но у меня ни одного этого нету, шуми. Ну, это понятно. Два хода. Лучше подождать, и тут, наверное, кампус поставить. Плюс два с каждой великой работы. Так, там древние стены где кое-где нужны, так что... Не отдайте бонга. Начну строить. Благодарю. Грек, походу, сейчас наберет великих людей. Ну, с бонга будут. В общем, подорутся, но где-то пополам должно распределяться. А там этого не пофиксили, который как-то Чарльз Дарвин? Не в курсах. Ничего не написано про него. То есть мы его тогда не берем. Кто-нибудь сообщил о них? Я предлагаю не брать. У меня варвар стал на священном месте и не уходит. Не дает религию основать. Он его охраняет. Кто-то подкупил его. Класс. Сейчас, получается, тройки ферм смысла никакого не имеют, да? Это баг на троих. Так, вот эти все три... Джо, ты такой, знаешь, типа, так впадут поселенцы охранять. Давай я лучше дружбу заключу, да? Шесть ферм. У меня гипс. У меня гипс есть, если что. Доведите население города до 10. У кого гипс? У ацтека.
цифры для 50-го хода, просто имба F10. Просто, не, я же говорю, 50, 80. К этому ходу у людей уже там 130, 150 есть. 150 это ты, конечно, загнул. Почему? Загнул, потому что. 50-й ход? Какой там ход? Не вижу. Закрывает там. 51. Сыграй 8-1. Смотри. Не знаю, надо вспоминать. Ай, Петру кто построил-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Рим. Ай-яй-яй. Сразу Рим-то. Как нехорошо-то, а? Чё сразу опять Рим? Да потому что... Ванцы, вы да? Сразу... это очень сильный буст. Очень сильный. Это клетки там просто по сравнению с нашими всеми городами, мы как инвалиды. Вы, ну, соседи, сразу 2-4, обратите 3-3. Внимание на этого товарища, потому что это вполне выльется, может, потом в недогоняемый отрыв. Мне тут город ГГшку отбирает постоянно, нехороший. Ой, какая беда, беда, беда. Беда, отбирают. Но она ко мне ближе. Блин, он какую-то другую клетку присоединил. Не важно, что она тебе ближе, я ее первый нашел. Я решил тебя избавить от страданий. Блин, как меня дико раздражает, что городу пишется одна клетка, он присоединяет, он присоединяет другую. Ну ладно, они просто тупо всякую херню присоединяют. Так он даже, блин, обманывает в том, что он будет присоединять. Это да, это вообще яд. Это я тоже поддерживаю. Причем иногда такое берет говно. То есть вот стоит клетка с люксом, он берет гору присоединяет. Типа гора вдруг стала... Кстати, заметили, что на картах мы почему-то никогда гору Эверест не видим? Я... Ну, я очень думал... редко, да. Я вообще ее никогда не вижу. Нет, да я ее как-то видел, но в сингле. В сингле только, да. В мультиплеере никогда Эвереста нету. Ванили я вчера... Так вот, я тоже ванили загрузил, и я так понял, что у него какая-то привязка к тундре идет жесткая. Потому что в тундре он спавнится. Древние стены. У вулкана привязка идет жесткая. Не-не-не, он не только в тундре спавнится. Точно, вчера вот их там... Нужны рабочие опять. Вот который жрачку и культуру дает. А чё его тогда нету? Дает что-то много веры там. Три рудника, но один построен, построен. Филбейкер удалил, потому что он посчитал бесполезным. Вот тут хотя бы рудник. Может, но оно не бесполезное, оно дает там на религию, ну как бы, кому полезное, кому бесполезное, нормальное. Что у меня тут экстаз? Во всех городах, наверное, экстаз. Это просто счастье. Вот и с денежками началась проблема. Куда я могу вообще на деньги подороже? В Амстердам. Из Мбилы и Мбумби. Интересно, почему у Конго практически все города на МБ начинаются? То у них какая-то классная буква, видимо. Очень они ее любят. Там МБ просто означает какой-нибудь поселок, село. Вот, например, у испанцев интересная штука. У них, если в начале слова «СП», то всегда в начале «И» начинает, обязательно начинается с «И». То есть у них вот «Спейн», да, но она звучит как «Испания», да. И вот у меня был один знакомый испанец, он как бы изучал русский, но он спасибо не мог просто, он говорил и спасибо. То есть у них вот настолько это... И пожалуйста.
Спасибо и пожалуйста. То же самое, кстати, китайцев касается. У них с R там проблема. У них RL такая... Ну, R как бы средняя между R и L. Ну, не только и в японском языке R вообще же нет. Что-что? Точнее, ой, R. Нет. Японский. Ну, то есть, вот, например, там, среднеазиатское слово лагман, ну и вообще общеазиатское, там, его вариация. В Японии трансформировалось в ромэн. Так, древние стены, один ход остался. Давайте что-нибудь другое начнем. Кому не нужны какие-то работы или навыки? Феодализм как раз. Шесть ферм. А этот вот ученый, который две науки от каждого типа великих работ, он, ну, вот если я его сейчас активирую, он будет на все следующие тоже работать, которые я буду? Да, на все следующие, на все вообще принципы, которые будут. Ну, хороший ученый. Ты получишь за счет очень дешевый, прям, мягко говоря, хорош. Ну, а почему вы его не взяли? Великих работ может не быть. Ну, это у тебя двойные очки великих людей с театралок, а у нас не светит ничего. Нет, при наличии Горга и Конга, это, да, рассчитывать на много великих работ. Ну, я смотрю, что уже и Горга, и Монтесум. Вообще, я смотрю, у Грека он каким-то образом и кучу уже кампусов построил, и кучу театральных площадей. И у него все я хорошо. Сионит с варваров убивал, они как бы это дают. Он взял пантеон, нужно. В смысле пантеон? Дофига культуры. Ну, там с каждой культурной научной зоны дают... А, да, плюс один, точно. Все проще. Все на самом деле проще. У него дополнительная карточка. Ну, это еще плюс. Вот, даже куча нечисто получили. Два очка. С каждой. Пирамиды. Опять Рим, да? Что опять? Надо ж как-то догонять Горга. Может, вы подеретесь? Не, вот так я не хочу догонять. Даже не знаю. Ну давайте вот эту, наверное, пустынную купим. И сюда поставим. Кампус. Там и ходить быстро, там одни пустыни, а двигайте туда-сюда. Так, что по городам? Банза Конго чисто на производство у меня будет. Пока. Кстати, интересно, пока что коммерческую зону построила только Клеопатра. Тут все, тоже можно уже не расти. Давайте снесем Клеопатру. Давайте. Давайте. Как ты посмел? Ага, минус идет. Действительно. Просто это квест. Кто строит первую зону коммерческую, того и сносят. Действительно. Троян построен на великого инженера. Давайте культура Троян. Давайте. Вот это вот, кстати, вы смеетесь, а реально это уже очень плохо. Лидер по четырем показателям, по науке, и еще и в промку сейчас выходит. Да нет, первый. Там отставание там на чуть-чуть. Почему по четырем? Он лидер по семи показателям. И по четырем основным. Это же Троян, в начале всегда сильный, сейчас потом может сдуется. Но он по культуре всегда сильный, да? Там, ну, культура, где... сразу дороги там даются, как-то все равно вот это снабжение. Троян. Троян, ёпта. Троян. Эй, Троян, ты слишком долго плавал. О, плюс 4. Но нету денег купить. Может, просветите, здесь есть что-то на научной библиотеке. Я вот с тремя скаутами бегаю. Она рядом с тобой.
Да ты издеваешься. Да. Ну, она не совсем рядом. Она за Грегом. А, я перепутал с Андреем. Я нет, я... Да, тогда она за греком и за японцем. Там. Я вот грека не могу вообще. Я нашел как бы город, этот Копс у нас. Где он там вообще? Грек около Рима. Право от Рима. Дружбу предлагает. Я сейчас стараюсь через Германию бежать как. Йокохама! Я не знаю, я пока нашел только одну Грецию. Так, раз, где два, там три, другие находятся, я еще не чаю. Всех разведов из разведов поубивали. Так, надо меточки дальше ставить. Так, Амстердам из Мбумби отправим. Давайте, видимо, тут ферму все-таки. Как-то равнина, полная равнина. Просто равнина, когда под джунглями вообще не понятно. Отлично. Как-то непонятно. Как-то вообще. Как-то что-то не так. У Конго разведчики на автомате, да? Нет, почему? Ты не видел моего поселенца, да? Ну, я вообще-то, когда туда встал, там поселенца не было. А я почему-то поселенца на автомате поселил. Ну, молодец. А, вот где Германия, совсем рядом оказывается. Он уперся в твоего скаута. Хорошо не атаковал его, да? Ой, разбирайтесь со своим конным лучником сами, я пошел. Откуда он у вас там приехал? Камикадзе, на что тебе все не имеется, а? Что не так? Ну зачем ты мою ГГшку отбираешь? Я буду это делать. Так, есть у кого-нибудь? Что-нибудь двойное? Я буду это делать. Ты понимаешь, что будешь, но... Чанг. Что у вас там за такое ГГ, что вы прям... Зимба. Оу, е. Ну да, Занзибар. Да блин. Ни у кого ничего. Да, ну. Вот видите, теперь не я лидер по промо. И по культуре не я лидер. Давайте тогда ферму с Банзи Конго надо. Ну вы там рядышком, город до очень близко. Доводить. Да? В общем, да, недалеко. Не, давайте амфитеатр лучше. Гордо запустил караван в лагерь варваров. Хитро. Не варвары идут, а Горго идет караван в варвар. Хитро. Горго, а ты не хочешь дружить, да? С кем это? С твоим другом, японцем. А, Северный альянс. Просто ты не заключаешь дружбу. Я вот решил спросить. Сейчас понял. Понял. Сандра, ты опять хочешь на Южный Союз? Спасибо, наелись. Я теперь буду просто какой-нибудь ассоциацией восточных стран, там, ну, как-то по-другому. Надо просто название менять. Меняешь название, уже становится проще жить. Как корабль назовешь, так он и будет плавать. Я отказываюсь быть таежным союзом в этой игре. Так на промышленную зону теперь действуют еще и лесопилки, если не ошибаюсь. Так точно. Окей. Причем они еще и строятся теперь. Ну, блин. Спасибо на деньгах. Да, я что-то забыл про это. Ну ладно.
Ну, все, один ход. Так что пока оставим так. Пускай растет. А, пожалуй... надо строителей еще делать больше. Можно построить лесопилку на оленя? Камикадзе, а Джоли левее тебя получается, да? Он вышел. Что? Вышел? Выше. Вышел. А, вышел, не играет человек, все. Скраб. Так, слушай, Скраб. Не могу найти Борга. Где он вообще? Внизу. Да, это кто, Египет вот говорит? Я сейчас возле к Нанмадолу иду, что туда подойти. Не, смотри, да, тихо. Подожди, дайте я скажу Камикадзе. Ты сейчас около Мбумби, да? Вот смотри. Да, я сейчас... Ты Ульм германский нашел? Ульм, да. Вот ниже Ульма на 3 клетки вниз. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или через день. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.